Он чисто банкетный. Чисто банкетный корабль, да. Сталин Максим Горький называется. Сталин любил Максима Горького, поэтому назвал честь него этот корабль. Был построен. И там внизу есть каюта, где за суконным зеленым столом сидит Иосиф Виссарионович. Перед ним стоит Михаил Иванович Калинин, союзный староста, как казали, Сталин его называл борода, козел. Козел. И Максим Горький. Это Вячеслав Сергеевич, знакомый по прошлому году. Историковед, культуроковед, орековед. Привет. Что вы с нами, и мы с вами. Ну что ж, интересно на самом деле увидеть. Я видел, рекламировали вот этот корабль. Видишь, как это хорошо. Бассейн. Бассейн. И бар. На третьем этаже или где? Вот, видишь, такие полоски. Ага. Вот там бассейн. Ага. Небольшой сделан бассейн. И барчик такой. Мишель, вот, наш тур. Мы должны знать вас в лицо. Очень приятно.